вторая, третья шайба. Это пропущенная как в боксе пара ударов. И до сих пор финны находятся в состоянии гроги. И не могут в себя прийти. Акуражится Салават Юлаев. Только в путь. Нестеров забивает еще одну. Что, обратная замена? Карлсон вместо Кириниуса. А нет, не засчитана шайба. Но в первой паузе посмотрит, я думаю. Мне показалось, был гол. Илья Нестерову поверил. Поглядим. Звон-то был слышен. Но звенят на Хартвале здорово ворот. И удаление будет. Вот сейчас-то мы посмотрим. Ой, Ступите ему прятаться, выступят, да. А тут смотрите, вот там сидят информаторы, смеются. Вот. Сами подъехали, просто так узнать. О, нет, вопросов никакого. Ну давайте еще посмотрим. Да, там все очень просто. Пять-1 Салават Юлаев выигрывает.